Бог в сердце. Это один из аспектов абсолютной истины, если душа. Он триединый. Браман, параматма, Бхагаван. Параматма — это сфер душа. Пара — атма. Атма — душа, пара — высшая. Бог в сердце. В сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома. Вот такое проявление. Аспект. Поддерживающий аспект. Он нас ведет по жизни, наша совесть, память, знание, забвение, то есть у него есть определенные функции. На что мы опираемся?